Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Skiff888, и мы продолжаем проходить Starbound. В прошлой серии мы обыскали все закоулки данжа Гробница. И сейчас хотелось бы полететь на какую-то другую планету, потому что эта планета оказалась очень бедна углем. Так, давайте я последний уголь уже успел закинуть в топливо наше. И у нас теперь 32 топлива есть. То есть перевел уголь в топливо. Также переплавил слитки. И довольно много серебряных слитков, из которых все равно пока что ничего особо нельзя сделать. Давайте посмотрим. Угу. Абсолютно. Так. Ничего интересного. Ладно. Зато мы можем сделать наковаленку. Оп. И поставить ее где-нибудь неподалеку. Вот так вот, допустим. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Хм. Оружие. Ой, оружие. Доспехи. Так, вот такие вещи прикольные. Хм, прикольная вещь. Купер железный. Так, ну изначально надо вот это создать. Хотя бы штанишки. Это перво-наперво. Дальше смотрим по оружию. Наше оружие 11 урона в секунду. 10 за удар. Так, так. Все хуже, хуже и хуже. Ну да ладно. Давайте, по крайней мере, оденем то, что есть уже. Первые наши ботинки. Так, вроде помодней, покрасивей. Опа. Угу. И что у нас еще можно сделать? Угу. Так, вроде ничего особо. У меня руды не так-то много. Да, надо медной руды побольше насобирать, чтобы первую нашу медную броню доделать. И я думаю, здесь вот какую-нибудь полочку заделаем. Вот так. Теперь... А, то сундучки у нас где-то был один сундук всего лишь. Хм. Ну, хотя бы его. Так, ой. Не то нажал. Давайте куда-нибудь сюда его поставим. И будем складывать сюда слиточки. Чтобы они нам не захламляли. Окей. И полетели. Думаю, на какую-то планетку мы сможем. Тут я уже посмотрел, рядом есть. Есть вот это вот, но она вроде как зимняя тут. Сноу, да, биом. Это, не, это плохо. Там я долго не протяну, поэтому сюда. Все отлично. Так. И что у нас в целях? Насобирать много медной руды, чтобы сделать наши доспехи. И всего прочего и разного. Так, так. 1600 денег, неплохо. Жаль, здесь деньги никак не выложить. Я бы их тоже не хотел терять. Но, к сожалению, никак. И это плохо. Так, а вот эти, а кулимон, чё он, из него что-нибудь скрафтить можно, нет? Никаких рецептов, ничего такого. Там какие-нибудь вещи с глазами. Нет? Хм. Плохо. Так, это наш первый босс. Опять во второй раз его валить. Хорошо. Думаю, все сейчас будет несколько побыстрее. Мы уже знаем, как тут что проходить. Хотя игра непредсказуема, и это хорошо. Так, идем на планету. Так, сразу денежки. Окей, пойдем в эту сторону. Ого! Не понял. Интересно, тут гравитация другая, что ли? Как-то я неестественно высоко прыгаю. О! Уголь. Прикольные какие-то деревья. Хм-хм.
Оу. Что это за мутант? Ой-ой. Так, ты вроде не опасен, да? Отлично. Я тоже не опасен. Сам не кинусь, поэтому не лезь. Я чисто мирный добыватель угля. Так, ну и медные руды, что есть, тоже заберем. У них целое стадо тут, смотри-ка ж. Стадо. Как-то я вообще высоко прыгаю. Что-то подозрительно прям. Так, ага. Нет, это что у нас? Сухой песок сюда. А эти сюда. Так, кушать есть что? Все хорошо. О, ты-то явно не дружелюбный, нифига. Какие-то планета полуптиц каких-то непонятных. Так. Да, что-то. Что-то я распрыгался. Не на шутку. Серебро. Да, серебро это хорошо. Ну, собирай. Все супер. Так, вот эти вот... Не люблю я их. Я вот не знаю, что от них толком ожидать. Поэтому не люблю. Так. И давай. Оп. Ну, сок мяса. Повышение скорости. О. Отлично. Он случайный баф или не баф, что-нибудь. Ой-ой. Что за фигня такая? Ты что здесь в воде-то вообще тусовался? Фух, я аж напугался. Спрыгиваешь, там такая фигня непонятная. Так. Что-то ты не дашь нам уголь покопать, если мы тебя не пришьем заблаговременно. Все что? А, нет. Оп, пока. Так, здесь вроде с углем побогаче. Это хорошо. Так, кроме угля, что мне еще понадобится, чтобы первого босса убить? Он, по-моему, не такой-то и сложный. Но все равно лучше по максимуму запастись всем, чем возможно. Так. Это что, все факелы? Так, мы их не особо много можем сделать. Давайте хотя бы десяток. 20 вышло. Отлично. Какие-то тут планеты. Так. Так. Все окей. Давайте дальше исследовать. Вражина опять. Еще один. Так, найти бы каких-нибудь местных аборигенчиков. Можно было бы у них поживиться чем-нибудь. Это было бы прикольно. Так, там вряд ли что-то интересное. Так. Эти местные какие-то бивни. Непонятно что. Бивни, носы. Нособивни. Не знаю, как их обозвать. Уголь. Я весь уголь, что выкапывал, перевожу больше на факела. Надо как-то поэкономнее с этим делом. По идее, надо закопаться будет сейчас где-нибудь. Потому что, как я говорил в позапрошлом видео, вот эти все изменения, там, в частности, то, что в подземельях теперь больше всяких наград полезных. Что раньше... О, ты как-то странно выглядишь, парень. И летаешь как-то вообще не по законам природы. Фу, хорошо. Какие-то инфантильные типочки такие. Оп-оп, ходят. Так, хорошо, медная руда. Я думаю, на в секторе А сильно долго задерживаться смысла нету. Быстро накопать, надобывать всего, чего нам нужно. Валить босса и валить в сектор Б. Так, пиксели.
Давайте попробуем каких-то туземцев поискать, побегать. Вдруг да кто живет здесь? Хотя не факт, конечно. Ну, мало ли. Сундучков бы поднаходить тоже было совсем не дурно. Так. Опять облом. Ну, хоть руду какую-никакую собираем. Потихоньку. Так. Интересно. Так, какой-то робот. Как нам сюда забраться? Давайте так, ступчик сделаем. Вот такой. Так, воу. Парень. Ого, так-то он жесткий типчик, типа мини-босса, что ли? Но он не бежит к нам. А зря. Было бы классно, если меч вот этот дропнулся. Так, нет, зря к нам пришел. А, нет, какая-то коронка. Перегарный разгрома меч. Хм. Все-таки меч апнулся. Апнулся, говорю, дропнулся. Скорость атаки. Урон в секунду. 11. Хм, этот меч явно поинтереснее. И еще что-то упало. Корона. Которая, по сути, аксессуар, да? Она что-то ничего не делает. Теперь я просто в короне. Ой, меч у меня такой клёвый. Здорово. Вообще классно. Так. Как какое-то жуткое место. Почему-то. Мне так кажется, что оно жутко. Так, что же тут забрать? Ну вот этих стопудово. Стражи забрать. Так, эта картинка не особо прикольная. Ее не буду забирать, я заберу вот эту. Я даже знаю, где ее уже разместить. Такое абстрактное творчество. Это торшерчик прикольный. Или что это? Так, кто-то там внизу лазит. А, это эти барана ноги или кто они там? Бивни. Так, окей, окей. Это больше на тюрьму похоже, если честно. Так, тут что-то есть. Что это? Тайничок? Да, какой-то сундук. В котором наковальня и факелы. Супер. Супер полезный тайник. Ладно. Хотя бы сундук заберем. И то хлеб, как говорится. Ну вот это интерьерчик. Эти солдатики прикольные. Да. Прикольный в целом домик. Вот эту торшерку заберем. Определенно. Ой. Блин. Эти элементы всякие. А, это... Понял. Так. Понятно. Давайте порушим. И вот эти вот... Снимем тоже вещи. Оп. Вот эту маленькую. Эти. Что-то я каждую серию хапаю всяких вот этих украшений. Ну да ладно. Думаю, они мне пригодятся. По крайней мере, надо корабль хоть немного украсить.
А то как-то он необжито, необжито смотрится. Так, окей. Теперь клёво всё. Меч классный, Аллах. Огонь. Так, что у вас? Так, прости, но я должен проверить. Ага, загорелся. Сгорел. Клёво. Ты пал жертвой экспериментов. Бесчеловечных экспериментов Лоранов. Так, оп. Деньги, деньги, это хорошо. Уголь. Блин, немного угля, ну. Не мне сейчас жаловаться на количество угля. Мне его без того нет. Поэтому я и этому рад. Так, так. Оп, все, супер. Угу, мой огненный меч. Блин, тут какая-то пещера. Нельзя пройти мимо. Ой, ё-моё. Камень. Какой-то странный камень. Ну, давайте пробьемся сквозь него. Это тупо рыбы. И кусочек небольшой угля. Пару, буквально. Ну ладно. Дольше зарылся. Зарывался. Так, он горит, горит, горит. Сгорел. Уху, горите вы вся синим пламенем. Супер. Супер меч, мне прям нравится. Можно всех сжигать. Неистово жечь. Так, я вот этой серебряной рудой, конечно, сейчас пренебрег в пользу угля. Но я смотрю, на этой планете больше особо ничего нет. Хотя, жаловаться-то не стоит, там с углем было еще все хуже на той планете, на нашей первой. Поэтому, в принципе... Так. Тупик. Нет. Интересно. Где ж тут тогда тупик? Ага, вот и тупик. Супер. Опять незачем залез. Окей. Выбрались побеж... О-о-о! Ребята! Остыньте! Гори, гори, гори. Вот же ж. Все, сгорел на работе. Так, стимуляторы опять. Жесть. Бочка. Бочка. Это хорошо. Бочку мы заберем. Да, стимуляторы. Стимуляторы вещь полезная. Они нам позволяют бегать быстрее, прыгать выше, регенерировать. Это все здорово. О, обезьянка в плену. Это печально. Давайте по этому поводу поспим. Это обезьянка-мутант, что ли? Что у нее с головой? Или тебя так били, у тебя тут такая шишка? Так, ладно, давай, будем вершить правосудие. Так. Беги. О, ты меня отравила, обезьянка, ты что? Ты должна теперь погибнуть. Жесть, я тебя спасаю, ты меня травишь. Ты вообще как-то не так. Так дела не делаются. Так, яблочный пирог. Давайте съедим. Что он делает? Что-то делает. Так, какое-то растение. Фонарик зеленый. И сундучок. Заберем. А, это регенерация у меня сейчас идет полным ходом. Да? Воу. Ну пофиг, я съел пирог. Я теперь неуязвим. Побежали дальше. Спасли практически обезьянку. Так, это что такое? Давайте попробуем срубить. Что за гигантская непонятная фигня? Воу. Клёво.
Так, что это? Странное семя. Понятно, что ничего не понятно. Странное семя. Заметим. Отметим этот факт, что это странное семя. На этом все, что я могу сделать с этим странным семенем. Так, пока. Ёпта. Пока. Так, это странное растение. Так, ты поди сгоришь и сам. Непонятно. Темнеет. Это... Ой-ой. Прости. Прости. Я не специально, чувак. Рефлекторно. Так. Опа. Еще что-то нашли. Так. Небрежный щекотун. Ну, у нас что-то подобное уже было. Неинтересная на самом деле вещь, но... Потом когда-нибудь продадим, я так думаю. А тут у нас... Воу! Парень, я к тебе с миром пришел! Идиот! Воу! Это жесть! Это что, ночные, что ли, твари? Твою налево! Сколько у вас тут всяких разных гадов на этой планете, а? Жесть. Фух. Прям вообще. Так. Что там, чувак? Воу. Воу, тут целая опасная лаборатория. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди ты нафиг. Нечестно так стрелять. Ой-ой-ой, это макака, я тоже ее помню. Он довольно сильно стреляет. Ой-ой-ой. Вау! Да ну вас нафиг! Вы чё? Жесть просто, еще и макаки. Банана два штуки. Отлично. Так, давайте скрафтим бинтов. С десяток они нам явно пригодятся. О, 25. Ну, пускай 25. Компьютеру виднее. Окей, обезьянки. Ой-ой-ой. Жесть, а? Да гибни уже. Так. Урон у них не такой сильный. Гриб не шутка. Пошел. Все видит. Опять я буду заниматься тем, что собирать. Вот такие всякие вещицы. Мозг вот этот в баночке, или что это? Определенно собрать. Так, это что у нас? А, сюда же. Так, давайте попробуем. Оп. Че, нет? Нет. Или да, попал. Хорошо, натягиваем тетиву. Оп. Так, почти победил. Фу, голубой стимулятор. Хорошо. Так. Вот эти вот. Опять у меня куча всякой фигни. Вот, тут вообще большой обезьян. Это лаборатория обезьянок. Ладно. Это мы тоже все соберем. Почему нет? Так, мужики с автоматом.
Ох-ох-ох. Как это назвать? А ты что, не работаешь? О, нет. Тоже нет. Ладно, пофиг. Так, самая лучшая техника, тактика, вот так вот тебя просто вшатать. Так, кнопочки потыкали, это хорошо. Значочки. Неплохо. Так, давайте тогда ящички тебя обыскивай там. Да? Мы их забрать, по идее, можем. Да, я придумал, куда их даже пристроить уже. Ну-ка. О, супер. Ну-ка. Вот эта вещь будет побыстрее. Давайте это все заберем. Так, классно. Опять я кучу разности принес. Но это тоже, думал, типа данжика какого-то. Тут, может быть, в конце что-нибудь прикольно будет. Что очень уж на данж похоже. Ну, пока. Так. Давайте лук. Заряжаем. Бонзай. А, тут закрыто. Получи. Получи. Получай, веселый доктор. А, рукопашка рулит. Так, все, втанчил. Фух, хорошо. Давайте лечиться. Неохота гибнуть раньше времени. Воу-воу. Гори ясно, чтобы не погасло. Доктор, доктор, вы должны умереть. Хорошо. Тут что у нас? Блок лаборанта. Какая-то фигня всякая, ладно. Вот этот мозг мы определенно должны забрать. Фух, так. Что еще нас ждет? Вот обезьянки. А вот это что за обезьянка была? Она откуда-то отсюда. Над ней проводили страшные эксперименты. И она мутировала из без того страшного урода в еще более страшного урода. Я спасу вас, избавлю от мучений. Так, о, стимуляторы, хорошо. Еще стимулятор куда-нибудь сюда. Так, очки уже не нужны, есть. Мозги. Чего тут только нет, а? Все хочется? Ну ладно. Все не получишь, как говорится. Будем выбирать. Пока. Так, мы это нарушить можем, систему? Кстати, вот что я насобирал-то? Интересно. О-о-о. Ладно, ладушки. Воу. Неплохо так урон получаешь. Ладно. Учтем. Мужик, гибни. Ты задрал со своей пушкой. Ё-моё. Окей. Думаю, вас надо в отдельную стопочку сюда. Что-то у меня в этот раз прям как-то прёт. На стимулятор. Я их уже долбаную кучу насобирал. Давайте желтый стимулятор. Я уж не помню, какой из них что делает. Но мы его интуитивно примем. Что это дало? Кто что видел? Что-то дало. Определенно.
Окей, методом научного тыка. Тычем красный. Восстановление. Вот она регенерация. Голубой дает высокий прыжок. А желтый давал что? Ничего он уже не дает. Окей. Будем на стимуляторах с ними воевать. Потому что их много, а я один. Да, да. Все. Фух. Не сказать, чтобы это было просто. Угу. Так, бананы-то нафига? Окей, бананы будем собирать, что нет. Все собираем, ничем не гнушаемся. Так, так, так. Фу, да. Ха-ха-ха-ха. О, все, кончился эффект. Давайте посмотрим еще раз желтый. Ой, ё-моё, опять я просмотрел. Окей. Еще и зеленый есть. Так, зеленый у нас есть. Повышение скорости. А вот оно, да, все правильно. Это у нас повышение скорости, там выше прыгать, регенерация и еще что-то. Но гибни, гибни. Так, все, да? Желтый кончается. И в этот раз прям по уму поступим. Оп. Свечение. Вот оно что. Я свечусь. Ой-ей. И падаю как дурак. Ладно. Горит пташка. Окей. Ну, прикольная лаборатория. Тут прям весело было. Ладно, повеселились и хватит. Так, давайте в темноте свечение затестим. Там тем более какие-то враги. Оп, вот оно свечение. А вот оно высокий прыжок. У нас все равно стимуляторов много. Уху, давайте. Давайте подеремся. Неведомые звери. Уху. Я все равно выше прыгаю. Давай в честном бою. Так, а это что за фигня? Ты что там, застрял что ли? Все, всех, всех. Победить. Пока. Что-то не разбиваются, когда падают. Не, хотя он просто сгорел. Это, в принципе, тоже достаточно. Отлично, уголь нашли. Та-дарам. Тан-дарам. По пещеркам пока не будем лазить. Еще немножко пробежимся. Может еще какое, что прикольно, кроме этой сумасшедшей лаборатории найдем. О, как подсвечивать можно. Оп, оп, уголь. Ну, тем не менее, угля мы хотя бы накопали. Более-менее неплохо. Так, давайте подсветим, наверное. Это нифига не видно. Стимуляторы, они крайне непродолжительно работают. Поэтому, ну, для боя с боссом, я думаю, большей частью они пригодятся. Нет, камни я рыть не хочу. Ой, мясо выпало. Так, мы, кстати, не ели 100 лет. Как ты себя чувствуешь? Давай поедим. Окей, все. Прикольно, в принципе, можно подсвечивать мечом. Забавно. Так, ну ладно, еще немножко пробежим. О, что за неведомая фигня?
Две фигни. Пока. Еще чуть-чуть угля. И песка. Тут у нас залежи. А вот еще рядом медь. Хорошо. Ну, быстрее, быстрее. Надо как-то уже уходить с этой кирочки на более продвинутую, то она не очень-то и быстро добывает ресурсы. Ну, меч классный. Клёвый. Это да. Целая залежа. Отлично. Так, подозреваю, у нас проблем с серебряной-то рудой не должно быть. С серебряными слитками. Мы их кучу понаходили. И руды тоже уже пособирали неплохо. Не знаю, конечно, на сет хватит, это не хватит. Но это уже будет в секторе Б, насколько я помню, делаться. Может и здесь. Так, вроде рассвело, да? Давайте еще немножко пробежимся. Да, уже пора на корабль, я думаю. Так. Ну, неведомая тварь. Все, сгорело на работе. Все понятно. Так, уголь. Уголь нужен. Скорее всего. Хотя можно еще на этой планете, я думаю, тут не все. Так, исследовано. Воу. Тут есть еще где полазить. В частности, пещеры было бы интересно здесь поисследовать. Поэтому, я думаю, этим мы и займемся в следующей серии. Ой. Так, ладно. Еще немножко хочу пробежать. Посмотреть, что же здесь еще может быть интересно. Ну, мне кажется, уже все, что мы могли, мы посетили, более-менее интересное. Так, старые наши знакомые, бесполезные абсолютно. Что-то только как-то пукают ртом, и что это они делают? Какие-то звуки странные издают. И сгорают. Бесполезно абсолютно. О, золото. Внезапно. В песке. Так. Вот эта руда тоже пригодится нам. Пару. Ой, ё-моё, ты же безобидный. Ну ладно. Дрогнула рука. Ой-ой-ой. Вот как ты-то даже страшно выглядишь, синяя нечисть. Ой, я его даже отпихнуть не могу далеко. Это было жестко. Ты что, мини-босс? Дьявольский разгром морезак. Блин, и где ты? Что из этого дьявольский разгром и резак? Так, вот это вот. Ну-ка, вот так. 12-6. Нет. У нас меч явно круче. Где меч? Не поменяю я меч на эту ерунду. Ну, блин, Starbound после обновления-то, конечно, куда как более насыщенный стал. Игра уже куда как подинамичнее. Раньше можно было ходить, ничего не находить. А тут уж либо мне так прет, и просто с первых же часов тут такой экшен. Либо действительно разработчики хорошо так поработали над игрой. И теперь уже даже на этом этапе игра выглядит, ну, здорово. Просто я массу впечатлений получил уже вот за этих последних полчаса. Буквально столько всего успело произойти. Это прям здорово. И два мини-босса, или три ли повстречали, и сумасшедшую лабораторию. И, блин, это прикольно.
прошлой серии данж нашли. Постоянно что-то стало происходить. Существа новые сплошь. Так. Давайте, наверное, вот этот уголь соберем. Будем заканчивать наши поиски. Все, хорошо, думаю, будем продолжать уже в следующей серии. А на сегодня, думаю, хватит. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И увидимся в следующей серии. Всего хорошего. Пока-пока.